Всем привет! Вы на канале Крутая Белка Эмма. Сегодня я буду делать новогодний подсвечник для своих друзей и близких. По вот такому образцу мы будем делать новогодний подсвечник. Для этого нам понадобится вот такая вот снежинка. Мы из нее сделаем красивенький подсвечник. Для подсвечника нам понадобится наша основа в виде такой новогодней игрушки. Можно взять также плотный картон. Также мишура серебряная, можно взять другую, любого цвета. Также новогодние игрушки, клей-пистолет, ножницы и розовая декоративная свечка. Переворачиваем нашу игрушку и режем 3 кусочка мишуры. А также мы ее будем приклеивать на разные стороны. Вот все кусочки готовы. Вот я уже наклеила 3 части нашей мишуры. Давайте начнем декорировать. Продолжаем украшать наш подсвечник. И сейчас нам понадобятся блестящие шарики, которых мы будем сейчас приклеивать вот сюда. А также вот сюда и вот сюда. Вот так вот у меня получается. Также я нашла вот такой вот красивенький бантик, который я наклею вот сюда. А также его закрою шариком. Вот так вот. А сейчас я буду клеить шарик. Подсвечник уже готов. Осталось только нам приклеить свечу. Также можно оставить прям так, чтобы получилась красивая новогодняя игрушка. Вот подсвечник наш готов. Всех с наступающим Новым годом! Всем пока-пока!